Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и да, сегодня будет распаковка посылочки, которую я получила, как вы поняли, из названия, от французского бутика Пьер Рико, если я правильно говорю. Тогда я вас приглашаю к просмотру. Будет не слишком большой мой заказ, но все-таки было интересно с ними познакомиться еще раз. Ну что ж, поехали! Коробочка была у меня вот такая вот огромная, могу сказать. Коробки данные я не выбрасываю, я всегда в них что-то потом храню. Вот такой вот я Плюшкин. Здесь была вот такая вот пергаментная бумага, было все упаковано красиво. Могу сказать, был вот такой, знаете, вот их наклеечка, и было все очень грамотно сделано. Мне, в принципе, это понравилось. Что же было в этой коробочке? В первую очередь они положили здесь свои журналы. На дальнейшие заказы, конечно, приятно то, что они заботятся не только о нас и о наших подругах между нами, девочками. Здесь такой есть бланк. И, собственно говоря, при заказе, так скажем, моя подруга, которая, если я дам этот бланк, она получит в подарок либо сыворотку, либо парфюмированную воду. Вот здесь все, собственно говоря, отображено. Следующее, что пришло, это такая брошюрка, журнальчик «Мир книги» и какой-то журнал... Вид, если я правильно читаю, это тоже какие-то интернет-магазины, заказ через интернет, но для меня это абсолютно неинтересно. Товарная накладная, что было у меня заказано, и, естественно, письмо, они вложили даже конверт, если я буду заказывать это все опять по почте, к примеру. Ну что ж, девочки, переходим к вкусняшкам, что там было. Первое, что я вам покажу... я заказала карандаш для бровей, потому что я... светленькая, наверное, я не знаю, как у меня правильно называется мой цвет волос, но я в поиске своего идеального цвета бровей именно в карандаше, чтобы быстренько поправить макияж. Здесь пришел мне вот такой вот карандашик. Он идет с щеточкой. Щеточка, могу вам сказать, достаточно очень приятная. Я этим карандашиком еще не пользовалась. Заточен он, знаете, так тоже вполне очень даже. Сделан вполне, ну, так скажем, приемлемо. Крышечка у него, по-моему, это металл. Либо очень интересно сделанный пластик. Номер у меня у данного карандашика Брон Натурель 160-11. У него номер, вес у него тоже такой достаточно весомый. Хочу вам сказать то, что у него цвет карандаша, наверное, не будет видно, да, у него идет такой серо-коричневый потон с холодинкой, то есть он не будет рыжить на бровях, мне кажется. Ну, я, скорее всего, если получится, я как-нибудь сниму макияж свой, если, конечно, хотите этого, и, наверное, буду использовать данный карандаш. Так что вот такой вот карандаш, был его стоимость, могу вам сказать, девочки, карандаш для бровей 560. То есть, ну там на их сайте вы сможете найти, у них тоже так же, как и на других сайтах. Но там я тоже думаю, можно заказать будет и со скидкой. Следующее, что я заказала, у меня закончился мой карандаш для глаз синий, мне нравится, я заказала у них. И это номер у этого карандаша 78415 Bloom Out. Если я правильно читаю, тоже, знаете, в таком вот оформлении сделан. Ну, достаточно, хочу вам сказать, своеобразная такая у них идет надписи на карандашке. Очень много всего написано. Made in France, их сайт, все абсолютная реклама. Он тоже поточен очень интересненько, так скажем. Я ни разу так не видела, чтобы подтачивали на карандашке. И его цвет такой вот глубокий синий. Не знаю, мне понравилось то, что он мягкий, он просто, знаете, его наносишь, и он прямо идет как по маслу. И карандаш для бровей, он тоже в меру мягкий, и цветопередача очень хорошая, то есть достаточно пигментированный. Я думаю, главное, если бы вот именно карандаш для бровей, чтобы он не оставлял пятен. Но ничего, мы дальше потестируем, посмотрим. Что следующее? Следующее я заказала вот такую вот маску. Для лица увлажняющие, у нее идет объем 40 мл. Честно могу сказать, я к ним зашла на сайт, и я ее взяла по отзывам, потому что тут у нее срок годности 6 месяцев, и девушки писали то, что она очень хорошо увлажняет, то, что прям у нее очень, она какая-то, прям, ну, большой спектр у нее она и увлажняет, и там что только она не делает с лицом. Я, в общем, купилась на этот отзыв и взяла ее. Масочка это стоит...
не бюджетно, могу вам сказать, 790 рублей. Я не знаю, что мной сподвигло, чтобы сделать этот заказ, честное слово. Она зафольгированная, достаточно качественная, вроде бы и упаковка такая хорошая, мне понравилась. Ну, в общем, производитель нам пишет советы по применению. Нанести маску толстым слоем на кожу лица, избегая области вокруг глаз, оставить на 15 минут. Затем удалить излишки, не смывая водой. Ну, не знаю, посмотрим, девочки, потестирую и, скорее всего, оставлю свой отзыв на нее. Здесь содержится, кстати, алоэ вера. Так что вот так вот. У нас, наверное, у каждой девочки такое бывает. Мы совершаем какие-то покупки и вообще не думаем о том, зачем мы это сделали. Но, в принципе, пока довольна. И следующее, что мне пришло, что было, так скажем, в подарок заказ, это парфюмированная вода. Или я ошибаюсь, It Parfums. Если это... Так, подождите. Туалетная вода. Это туалетная вода. Изысканный, искрящий фруктово-цветочный аромат гандали. Вот такой вот парфюм. Достаточно, кстати, я хочу вам сказать, упаковка вообще классная, мимишная, девичья такая. И сам флакончик, он выполнен из стекла, крышка идет пластиковая, как у других французских марок. И хочу вам сказать, аромат своеобразный. Здесь я чувствую какие-то цветы. Я плохо раскрываю, да, рассказываю парфюмы, но могу вам сказать то, что здесь содержится малинка. Здесь содержится малина. И вот этот аромат, когда я его только открыла и нанесла на себя, мне показалось то, что это будет не мой аромат, то, что мне как-то захотелось от него избавиться. Но сейчас я прекрасно понимаю то, что это не попсовый аромат, который мы можем встречать, наверное, ну пусть не на каждой девушке, но мы можем услышать в толпе все попсовые ароматы. Попсовые я называю эти ароматы, которые сейчас популярны, которые пользуются, так скажем, популярностью именно в продажах косметических магазинов, да, и, а вот этот вот аромат я ни на ком не встречала, и посмотрим, как он, подружусь я с ним или нет. Если, конечно же, нет, этот парфюм можно будет подарить, потому что на самом деле его цена идет 3000, 2950, он достаточно стойкий, потому что у меня был опыт заказа с интернет-магазина Pierre Rico, и мне приходили в подарок их парфюмы, я заказывала их парфюмы, и они очень стойкие, и они раскрываются, знаете, на каждом человеке как-то по-своему, и так же, как, наверное, любой другой парфюм в разное время года, его можно слушать по-разному. Поэтому, в принципе, я довольна данным парфюмом. Какие-то свои дальнейшие отзывы о нем я, наверное, оставлю в своем инстаграм. Так что вот так вот, девочки, кто пользовался данным парфюмом, кто пользовался данной косметикой, пишите комментарии, потому что на самом деле я очень давно заказывала. Это, по-моему, блин, больше 9 лет назад я заказывала данную продукцию. Так что вот так вот, это был весь мой заказ. Это была вся моя посылочка. Если вам понравилось, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Пишите комментарии, оставляйте отзывы о данных продуктах, если вы ими пользовались. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Мне всегда приятно вас там встречать, знакомиться, видеть. И также не забывайте подписаться на меня здесь, чтобы не пропустить новое видео. С вами была ваша Ира. Берегите себя и своих близких. Всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока.